В Кузнецке задолженность населения за потребленный газ составляет около 30 миллионов рублей. Добиться поступления хотя бы части этих средств газовики пытаются суровым способом, но действуют в рамках закона. В соответствии с правом поставки газа у поставщика имеется право произвести приостановление подачи газа лицам, которые имеют задолженность за потребленный газ более чем двух периодов. Вот. Таких должников список очень большой. Вот. В соответствии с порядком, установленным правом поставки газа, все абоненты у нас предупреждены о том, что они имеют задолженность. Всем предложено произвести погашение этой задолженности, однако свои обязанности выполнили не все. Вот. И на сегодня «Газпром» Межрегион «Газ Пенза», как поставщик газа, приступил к отключению тех потребителей, которые не выполнили свои обязанности. Бригады газовиков в Кузнецке выезжают сейчас к злостным должникам практически ежедневно. С 1 апреля по 1 августа подача природного газа путем отрезания труб была прекращена более чем 300 собственников жилья. Вернуть все на место можно, выполнив ряд требований. В соответствии с правилом поставки газа, возобновление поставки газа производится только после того, как абонент погасит или ликвидирует ту причину, по которой было произведено отключение. То есть погасить задолженность должно быть и, погасить все расходы на производство отключения и подключение подачи газа. То есть для восстановления подачи газа нужно будет заплатить газовикам, кроме суммы долга, еще до 4000 рублей. А некоторые могут заплатить и больше. Речь идет о тех гражданах, которые не допускают слесарей к своим домам. В этом случае вопрос решается через суд, и тогда газовую трубу все равно отрезают, а собственнику счета выставляют дополнительно через суд и судебных приставов. Но даже в случае покрытия всех расходов газовики не обещают быстрого возобновления подачи газа, если человек дотянет с расчетом до осени. Причина проста – должников много, а штат слесарей ограничен. Если к отопительному сезону абоненты массово начнут решать вопрос свои по погашению задолженности, а потом желание подключиться, просто это массово реально будет невозможно. Пока, по словам Людмилы Бублиеновой, и отключенные, и еще не отключенные должники не торопятся рассчитываться с поставщиком голубого топлива, усугубляя свое и без того незавидное положение.